Лучшее время для семьи Гладышевых – вечер, когда после работы родители забирают Илью, Лизу, Сашу и Аллу из садика. Супругам Юлии и Леониду повезло дважды. У них две пары двойняшек – старшим по 7 лет, младшим по 3. Но успевают мама с папой не только воспитывать своих малышей. Папа бегает, ловит бандитов. Мама в компьютере следит за всеми. А папа сидит за кушечкой, за бандитами. Юлия служит в Росгвардии, Леонид в полиции. В многодетной семье с пониманием относятся к работе мамы и папы. Домочадцы давно привыкли и к тревогам, и к ранним подъемам. Справляемся, у нас есть помощники, бабушка, дедушка. Так что нам помогают в сложных ситуациях, если что-то случается. Но вот последние, если тревоги там или куда-то подъемы какие-то, то дети знают, что если тревога, надо быстро собраться и быть готовыми отправиться в сад раньше времени. Меня вызывает, то надо идти в сад. Мы рано приходим в сад, бывает, что раньше воспитатель приходит, когда тревога. Четырежды мама признается, на службе немного отвлекается от своих шумных маленьких разбойников. Но ближе к вечеру уже начинает скучать. А каждый раз, когда семья встречается в конце дня, это целая палитра эмоций. Радуемся. Мама! Обнимаемся! Целуемся. И жалеемся. Конечно, четверо детей – это огромный труд. Но это и не меньшая радость, считают супруги. Особенно, когда твои усилия приносят плоды. Дети занимаются там и в вокальных студиях, и спортом занимаются сильно, бассейны посещают. Ну, то есть стараемся делать все, что можем, все, что в наших силах, все вкладываем в наших детей. Конечно, бесспорно, это все радует, очень, очень даже иногда радует. Да, бывает иногда до слез радости, идет гордость за детей, когда дети участвуют в соревнованиях, побеждают, награды получают, медали, не по одной медали получают. Ну, это здорово, гордость, конечно, за свою семью. Ну, то есть уже понимаешь, что это уже прожито не зря. То есть, как бы, не зря создали такую семью и ни о чем, в принципе, не жалею. Работа и семья для Юлии и Леонида не взаимоисключающие понятия, а скорее взаимодополняющие. И одно без другого уже сложно представить. Вероятно, многие коллеги Юлии с ней согласны. В Ивановской Росгвардии 14 больших семей. Многодетные родители несут службу наравне с другими. И все же им стараются помогать. Особое внимание Росгвардия уделяет многодетным семьям. Таких у нас 14. Они наравне со всеми сотрудниками несут службу. Единственное, что мы можем помочь им как-то, это организовать их летний отдых, детский летний отдых, в индивидуальном порядке подойти к предоставлению очередного отпуска, чтобы они выбрали, когда им удобнее, с детским садом, когда отпуска у детей. Поздравлять многодетных сотрудников с наступающим Днем семьи, любви и верности – эта традиция в Ивановском управлении Росгвардии появилась совсем недавно, но уже прижилась. Ведь росгвардейцам, как никому другому, важно, чтобы дома всегда был надежный тыл. Наталья Гутарина, Денис Денисов, РТВ Иваново.